Я нахожусь в Днепропетровском центре помощи временным переселенцам. Сегодня утром, за ночь и за утро прибыло очень много людей, особенно с Красного Луча. Люди рассказывают нам, что с ними происходило там, в Красном Луче, что с ними происходило по дороге, как они уходили под обстрелами. Когда въехала колонна украинских войск на окраину Красного Луча, то жители, вот именно те, с которыми я разговаривала, зовут его Владимир, этого мужчину. Жена у него Галя. Подошли к колонне и начали объяснять, что там между Териконом и заводом находятся, засели террористы. Что там стоят их орудия и тяжелая техника. Ну вот, чтобы наши войска там не попали в ловушку, они направлялись именно в том направлении, ну, передвигались именно в том направлении. Жители пытались предотвратить это событие, чтобы наши ребята остались невредимыми. Ребята уехали уже подготовленные, что там есть западня для них. И вскоре там начался бой. Оттуда случайно под этот обстрел попали две женщины, мать и дочь. Владимир выбежал помогать. Один из сепаратистов тоже. Вызвали там скорую, как они рассказывают, вызвали скорую. И Владимир помогал сепаратисту спасать этих двух женщин. Но зашел он домой, и вскоре, через несколько минут, приехали сепаратисты, вооруженные сепаратисты, и арестовали этого Владимира. Начали предъявлять ему обвинение, что он сопровождал колонну украинских войск, что он был проводником этой колонны. Угрожали, что передадут его ФСБ, а потом сказали, мол, что мы с ним будем возиться, и повели за гаражи расстреливать. Толкнули в грудь прикладом автомата. Он говорит, что я был здесь, я вот этому вот пацану помогал грузить раненых. И тут сепаратист, которого он назвал вот пацаном, подтвердил, да, этот мужчина, да, он мне помогал, он не был в сопровождении. Это спасло Владимира от вот сиюминутного расстрела. Оказалось, что соседка, это частные дома, улица с частными домами, соседка видела, как Владимир рассказывал нашим украинским войскам, рассказывал, что там западня террористическая, но слов она же не слышала, но объяснила террористам, что он сопровождал. Ну, тут же сразу после этого инцидента Владимир собрал свою всю семью, машину и ночью уехал. Ну, такая вот история.